Закончился первый раунд. Праздником отдыхает мастер спорта Сражнин Абдулаев, национальная спортивная команда Кыргызской республики. Сражнин 23 года, боксом занимается 10 лет. Счет боям не ведет. Чемпион Кыргызской республики 2017 года. Победитель международного турнира в городе Грозный Российской Федерации 2017 года. Тренируется под руководством мастера спорта Кыргызской республики Марата Шамаматова. Данным соревнованиям готовили Марат Шамаматов и мастер спорта Советского Союза Тания Джусупалиев. Thank you.
В этом году с разногласием победу одержал Саражди Абдулаев.